Камилочка, а где Дарина? А, Дарина вон сидит. Где? Привет. Ты уже покушала? А что сегодня за праздник? Расскажи мне, пожалуйста. День Турции сегодня у нас в отеле. Шикарно. Это можно есть. Это можно себе забрать. Да ну не трогай, пожалуйста. Реально, это можно себе забрать. Шикарно. Я все поняла. Возьми мне какие-то вкусняшки. Ага, что ты будешь делать? Дарина. Какие у тебя планы? Какие у тебя планы? Я пойду сейчас поем. Буду ждать, когда начнется вечеринка. Хорошо. А завтра оденусь в черном, буду Хэллоуин праздновать. Хорошо, давай. Молодец. Ты ко Дню Турции нарядилась, да? Нарядилась ко Дню Турции, да? Приоделась. Молодец. В стиле турецкого флага. На четвертом этаже, над этим козырьком, наша комната, над козырьком. Потом вот идет балкон на четвертом этаже и еще один козырек. В общем, сегодня мы празднуем День Турции, как оказывается, в отеле. Очень все интересно, заманчиво и отлично. Везде флажки турецкие. Вот наш бассейн. Вот эта территория, мы тут, как правило, кушаем утром и в обед. Это вообще что-то шикарно. Угу. Сегодня особенный день, посему получается. Ага. Вот так вот. Интересно. Да, это наша кудесница, которая нам всегда все готовит вкусно. Вот такие блюда. Я тебе буду помогать. Все кипит, мигает. Детский план. В общем, ух ты, шаурма. Это гриль. Это все гриль. Блюдо. Не знаю, что здесь. Ага. Ну, в общем, здесь мы все берем, кушаем гриль. Рыба. В общем, сегодня особенный день. Бар. Вот здесь лепешки турецкие она делает. В общем, все очень-очень и очень красиво. Так, ну что, будем сейчас брать шаурму. Вот все мигает, кипит, улыбается. Красиво, очень красиво. Сегодня вообще идеальный день.